Выслушать молодых инициаторов предстоящей реконструкции городской набережной пригласила в свой кабинет первый заместитель главы города Анжелика Бузунова. Сейчас мы говорим о реконструкции центральной части набережной, то есть центральной набережной. Мы ее должны в корне изменить, она должна быть вообще другая. Вот вообще. Она не должна быть такая, как она сейчас. Она будет вообще другая. Ну, в общем, благоустройство для спокойного отдыха. Да, для именно для спокойного отдыха с детьми. Хорошо, давайте тогда, ну, как скоро мы сможем получить-то по съемку, да, этого места. Ну, давайте, я думаю, что мы сейчас составим то, что нам нужно. Давайте, придете, и мы вызовем архитектуру. И там в течение 3 суток вам все дадут. Есть примерно предварительное представление о том, как это можно было бы проделать, вот, но это потребует определенного какого-то социального проектирования, да, то есть это будет включать какие-то опросы, да, и, возможно, вовлечение каких-то местных там, ремесленников, еще кого-то, да, то есть чтобы какую-то самобытность, которая в Анапе присутствует, можно было бы там каким-то образом проявить. До 1 октября, да? Нам нужны эти предложения, их должно быть несколько, не вот зацикливаться на чем-то одном, а рассмотреть разные варианты. Потому что я уверена, вы правильно сказали, что нужно провести какой-то некий опрос населения, да, и очень многие люди, особенно местные, вы же не забывайте, в первую очередь мы должны опрашивать местное население, да, и местные очень многие будут там склоняться, например, там какому-то варианту. Запросто может получиться так, что все местные люди будут сходиться в чем-то одном. Вот что у них было когда-то, вот отложилось где-то, да, и вот они хотят, чтобы это было у нас здесь опять реализовано. Мы должны, вот вы видите, мы выходим на набережную, вот у нас палящее солнце. Вот как бы зоной отдыха это не назовешь. Мы просто проходим дальше, и все. То есть там вот стоят лавочки, да, вдоль ограждений. Ну, вообще, представляете, сесть там в час дня на эту лавочку и смотреть на это море. Не захочешь этого всего, потому что совершенно нет никакой тени, ничего. То есть у нас как бы принципиально, что это должно быть очень много зелени и очень много цветов. Лидеры общественного движения «Городские проекты» сейчас выйдут на улицы города для разговора с анапчанами о судьбе набережной. Поддержите инициативу молодых, выскажите свое мнение, вносите предложения.